Ich werde weitergehen, die Bestellung weiterstellen. Bitte, Zombie, иди сюда. Отведай лезвие моего топора. Слагай их, Ценмай. Du bist tot, noch einmal. Силой попробую восстановить. Достаточно, да. Придется вещи сбросить. Только так. Положим сюда эти топоры. Пусть лежат здесь топоры. Во безду. Я сейчас сюда зайду. Кого еще быстро найду? This is the best to say. Во безду. Кого найду? А? Ком Цумир, давай иди ко мне, скелет. Авдека, так, в угол заходи. Вот и сюда с тобой пришли. Еще свой получай. Ох, Эльмар, еще один удар. Вылечусь сейчас-ка я. Теперь мой черед. Вот так вот. На колени. Вставай вот. Чтобы кости убили меня. Никогда такому не бывать. Ну это я заберу. Кость. Без нульки тоже возьму. Это хорошо. Вроде как все. Так, где мои силы? Еще глоточек сюда. Отведай топора. Этого тебе должно хватить до конца. Давай вот это назад. Пока подлечу себя. Еще один скелет. Ждешь от меня хороший привет. Загаферди, халло. Ты бестотен. Вроде все. Может, есть кто-то еще? Всякая ерунда. Серебряный кинжал, кстати, тоже неплохая вещь. О! Я!
потеряли Майнезахе. Все сюда сейчас слышу. Так. Свитки и железную руду. Вот. Теперь дальше идти смогу. Вас? Это что еще такое? Их интересант. Так, в комнату я потом зайду. Ну вот так. Ярд. Чье-то сердце. Здесь лежит. Ничего уже больше не говорит. Так. Ну-ка, подойдем сюда. Аскепторт. Зомби, которых я точно не завалю. Игорь, эти зомби. Я туда не пойду. Похоже, там просто еще зомбака найду. Ну что ж, спускаемся вниз. Ой, Финден. Дорт. Давай скорее сюда. Шлаги. Я завалю сейчас тебя. Не. Подожди. Варден. Вот так. Я. Минус один. Дансин Вундерба. Минус Айника. Скелеты. Старые кости. Дед, да. Решил потрясти ими слегка. Я тебе помогу. Вот как-то так. Еще много книги. Шлага. Лассин, давай. Вот и все. Так, костяная булава. И не используется она. И мое колечко. Вылечит сердечко. Кто-то шипит, что-то странное говорит. Нихц. Поучение Балагой Аль-Малексии. А, ерунда. Какая-то она простая очень, да. Вот сейчас посмотрим, что. Убираем. И вперед. Да. Получи теперь спалму. Да. На тебе. Ложись, труп. Еще раз сюда. А как тебя забить, блин? Не мешай. А, призрак, который не может пройти сквозь стены. Необычно. Но бывает.
А чем мне его убить, блин? Это я взять не могу. Этот просто дебилизм какой-то тут. Ай, нет. Так. Все. Далес. О! Ну давай, иди сюда. Варум дуфрикс нехт, чего не летишь никуда. Это неплохо выглядит, а так. А? Вас. О! Все, применится. Сдохни, тварь! Сейчас. Иди скорее сюда. Комментируй мне. Вперед. Ты где там застрял? Ну и до свидания тогда. О, Эйкон, так я ж могу отремонтировать тебя. Так давай так и сделаем пока. Соберем. Это тоже возьмем. Нет, труда пусть здесь полежит. Ибрахе кайн металь. Нас и сна. Может, тоже соберу. Почему бы нет? Сейчас возьму. Где твои стрелы? Давай сюда. О. Да. Лечение — это хорошо. Даже пойдет. Так, вас из майна зая. Еще все мои. Здесь вот полежи. Ага. Из досалис это все. Так, что положим здесь еще? Вот этот положу. Все равно не унесу. И давай ложись сюда. Лезайн. Что положить-то? Еще-то. Это полная ерунда. Айнеге. И еще что-то одно. Дибух. Динайт, серьезно, ночь пришла. Резнулька, помоги перенести пока.
sein. Жди меня здесь. Warten mich dort. Ich gehe in die Dorf. Interessante nur alle schlafen. Интересно, все уже спят или нет. Сейчас узнаем, каков будет ответ. О. Там еще кто-то на берегу живет. Наверное, красиво ему встречать восход. А как же мне здесь войти? Ну, эти камни придется вот так. Алло, wie geht's es? Как всегда. Торговцы еще работают, а? Любишь риск, да? Приходится. Алло. Я выслушаю, ну давай скорее. Ich möchte verkaufen viele Sachen für dich. Смотри, есть вот такая броня. Да, и даже... костяной шлем, вот такая ерунда. Стрелы. Бери у меня. Тишины. Ну, молнии еще пригодятся. Вот тишину я все продам. Стальной клинок пламени. Левула. Schlechte, du hast keine magische Sein. Ну, у меня есть клинок. Клинок? Нет, мне нужен топор. Ну, что ж еще тебе продать? Вроде все. Давай, руки пожимать. Все, приятно иметь дело. Ага. Warten noch, подожди еще от меня. Принесу еще тебе разных вещей. Пока. И в таверну сейчас пройду, завтра остальное попродаю. Продолжайте. Ich schlafe heute und kaufen morgen. Постель давай сюда. 10 золотых держи. Пока. Прошу прощения, есть у меня мало времени, вопрос. Поэтому поскорее. Ну вот и хорошо. Ложимся спать. Тогда еще. Теперь в любое время. Я что? У меня правда нет времени на все это. Давайте быстрее. Давай сейчас перекушу. Неплохо. Чем торгуешь пока? Вот мои товары. Ничего нету для восстановления сил. Нос их. Финде нужно искать теперь кого-то. Теперь в любое время. Любишь риск, да? Алло. Да? А что с вами торговать? Покажите, что можно покупать. Du hast keine magische Sachen. Почему нет у вас магических вещей?
А для чего они вам? Ну, убивать разных личей, призраков и все. Так возьмите оружие из серебра. Оружие из серебра? Ну да, оно как раз против потусторонних сил. А у тебя топор, я смотрю, серебряный есть. Да, даже два. Возьми вот этот лук, алебарду, вот это железное копье, кинжал. Восног, что еще? Говоришь, значит, топор. Ну попробуй его купить. Не дай бог, не получится призрака им убить. За 105 можешь предложить? Нет, только за 107. Ладно. Так, возьму. Ну что, попробуем сейчас вальнуть его. Конечно, урон поменьше, но все-таки. Так. И еще немного зелья взять. Их. Möchte etwas zu trinken und die Tote für die Geist verbringen. Алло. Иди дальше. Нет, покажи мне твои вещи. Лезайн. Дуаст. Давай вот эти три возьму. 18 монет, так и быть, заплачу. У тебя нету лучших топоров? Нет. Ну ладно. Can you help me? Нет. Да. Так да или нет, я не понял. Вы не член культа. Идите отсюда. Настоящие приключения ждут тебя за городом. Алло, вы можете мне помочь? Проходи. Что вам надо? А мне нужны разные напитки. Да, как раз попали куда надо. О, окей. Плазму вот эту забери, смотри. Что еще я тебе отдам? И жемчужина вот такая. Вот я ее не отдам. Жаль. А вот алхимические эти забирай. Мне пригодится. И горшок. Я такой не покупаю. Это тоже мне не надо. Так. Вот сопротивление электричества продам. Так, а что у тебя есть? У меня есть зелье восстановления скорости, удачи, интеллекта, выносливости, усталости, ловкости и здоровья. Это все уцененные. Да. Есть еще лечение парализации, отравление, восстановление привлекательности от недугов, муровых болезней, усталости, укрепление здоровья и восстановление здоровья. Это все, что я располагаю. Нейтрофилия. Ладно, забирай. Да, теперь бывай. Да? Ну что, идем сейчас посмотрим, да? Продолжай. Как призраки будут умирать от моего топора. Побыстрее. Okay, laufe ich. Verschlage die Geist mit meiner neue Axt. Так, не понял. Грязнулька, это ты? Выросла что-то? Нет, не ты.
Грязнулька, это была твоя семья? Расскажи, не буду злиться. А нет, вот и Грязнулька. Все хорошо. Ну а теперь скажу. Призраку привет. Топором сейчас будет ответ. Ком ее. Иди сюда. Отведай моего топора. Боишься ли ты серебра? Ну что, сейчас и узнаем, боишься ли ты серебра. Призрак, отведаешь моего топора. На. О, год. Хорошо. Значит, топор ты все-таки тебя берет. Не соврал. А. Черепок. Все. Хороший будет ему урок. Так, а где мой старый топор? Возьму-ка его. Значит, там впереди вроде ждут зомбаки. Рене, беги за мной скорее сюда, скелетик. Разберемся с тобой один на один, да? Зомби только, чтобы не подходил. Авдияке, подожду. И сейчас тебе удары нанесу. Оба. Спускайся сюда, трупик. Давай быстрее. Давай, иди. Ком цу мир. Сюда. Смотри, сколько места здесь пока. Это я заберу. Вот это тоже возьму. Давай, зомбачок, давай сюда. О, Фидерзейн. Тут и оставайся тогда. Надоели бои с мертвецами.
может, кстати, тут может этот алтарь восстановить меня. Давай. Отравление присутствия восстановителя. Да, сила восстановилась. Ладно. Может, потом вернусь и добью таки тебя.